Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Продолжаем играть Ghost of a Tale. И, собственно, в предыдущей серии мы начали знакомство с игрой. И оказалось, что мы играем действительно за мышонка Министрели, который ищет свою жену пропавшую. И вообще у него, на самом деле, проблема в том, что он не может вспомнить, как он тут очутился. Вот. То есть они играли там какому-то барону или кому-то, и в итоге она не спела, и их что-то, может быть, упекли сюда, не знаю. Давайте, ладно, продолжать. Так, надо нам отсюда выбраться сначала. Так, он справа. Он ушел. А это что за... А, это, по-моему... Подождите-ка. Просто бутыль, да? Я думаю, возможно, вот эту штуку можно тоже облутать, но нам нужна какая-то подставка. Кстати, в бочках можно тоже прятаться. И, кстати, на самом деле, движок игры очень похож на Dark Souls. То есть, вот, цвета, модельки очень похожи. Мне кажется, на самом деле, это он и есть. Вот, особенно на первый Dark Souls похож. Ну, и на другие тоже. Так, ладно, ждем, пока он пройдет. Потом идем смотреть, что там у него за помещение. Ой. Да, что он мне тут, ладно. Так. Вот, смотрите. А подождите, я думал-то как. А вот табуретка есть. Наверное, нужно табуретку заюзать. Это закрыто. Редко. Ставь нафиг. Успели. И не знаю, сниму, наверное, я этот, как его, воротник, потому что он немножко так выглядит, глупо, что ли. Так, нам нужно, получается... Для начала я хочу попробовать облутать верхнюю полку. Тут у них, судя по всему, как знамя, да, тут висит везде такой фиолетовый кусок ткани с какой-то каким-то изображением. Да, действительно. Нашли какую-то бутылку. Видимо, обычная, чтобы швырять, наверное, да? Давайте подождем, пока он пройдет. А больше тут нет, да, вверх? Нет, нет. Так, погнали. Ну, бери. Да ладно. Отлично, сперли. Он возвращается. Я никогда не буду, он все равно сюда не заходит. Хотя... Нет, не заходит. Ничего ж там табуретка стоит. Давай уже иди. Или грибочков. То есть это не тот ключ, да? Так, вот что. Этот мы завязали, все хорошо, прошли дальше. А от того хз, где искать. Там вроде из-за этого не было ключей, ну ладно.
Может быть, у охранника был ключ на поясе, не знаю. Что это такое? Это какой-то бутылек. С чем он? Так, как их убирать, я не помню. Ой, я не то нашел. Может, на Б? Нет. Может, его там мне уже нет места, ладно, фиг с ним. Короче, чтобы шум создавать. Так, что у нас здесь? Какой-то там инцидент, да? Рядовой Херт провел 2 дня в тюрьме за то, что не одел полный доспех на службе. Ну, кантри-ярд. Нет, карти-ярд. Но это, видимо, нет, наверное. Ну, в общем, на службу не одел полный доспех, и в итоге загремел, типа, на гауптвахту, да, 2 дня там, короче, рядовой этот проторчал в тюрьме. Рядовой Эйнгар Struck and Brained. Не знаю. В общем, тут разные военные крысы, за что они понесли, собственно, наказание, и какие именно наказания они понесли, тут описано, вот что. К сожалению, я не могу прям досконально все это перевести, поэтому, блин, кому, кто знает English хорошо или кому интересно, воспользуйтесь там, я не знаю, переводчиками, вот, поэтому не будем на это просто тратить много времени. Я могу, конечно, поискать переводчики, но просто, мне кажется, не стоит. Так, осторожно. Механизм опускающегося моста очень чувствителен, и нужно, чтобы его починил кузнец. Обращайтесь аккуратно. Так, хорошо. Бутонастиков. Ну, их можно швырять. А чё он? А, он ещё набирает, да, себе? Ну, ты 3, видите, набрали. Так, хорошо. Нам, видимо... А, нам нужен, наверное, вот... Так. Фака, мазафака. Я думал, там по мою душеньку идут. Вроде нет. Нам, видимо, нужно его туда... Отлично. Погнали. Можно его... видимо, нет. Вот. Тумал уже за нами погонится. Так, сундучок. О, пиратская белт, это, наверное, бандана. Можно... Вот ее я, кстати... Вот видите, у нас, типа, собирается тут в итоге, типа, этот... сет. Возможно, потом мы садим каких-то персонажей, которые у нас узнают этого, собственно, пирата, я не знаю. Так, давайте чекнем, что это такое. А, это этот, как его, ну, ремень, короче. Ну, можно, в принципе, таким походить, он неплохо вписывается, по-моему. Все лучше, чем простой этот, как его, блин. Канат. Ну, не канат, веревка. Oil jar, это типа как... Да. В общем, мои, он сказал, что-то у меня заполнено все, и поэтому не стоит. Так, давайте пожрем что-нибудь. Видимо, какие-то как зерна. Отлично. Кстати, неплохо восполняю. Так, давайте сохранимся. А, понятно, я должен, в общем, безопасное место найти, чтобы... Да вы гоните. А вот так, если... Ага, так можно. Как убрать... А, можно как-то вот так вот менять, я помню там. Вот. Вниз пустая рука. А, вот так типа... У нас есть, смотрите, кремень. Я ничего не могу зажечь. А, во.
Смотрите-ка, я могу чик-чик. Огниво и кремень. Так, хорошо, дальше что там у нас еще есть? Вот эта вот тема. А если я... У нас же были свечи. В большом количестве причем. Это вот зачем, я не понимаю. Фигурка... это фигурка сына Брина. Это типа сынок у них есть, да? Прикольно. Твоя верная Лута. Ну, Лута в смысле... не лютня, господи, Лута это из Вархаммера, это Джесай, да? Я бы не, мне не помешало бы мышке в окружении игры с Лутой ходить такой бы. Так, ну ладно. О, отлично, мы положили свечку на... Ну, я не буду, наверное, юзать пока что. Так, тогда... Это вот свеча. Вниз это пустая рука. А тут остальное это типа... Остальное, видимо, то, что у нас мы перемешаем, ну, как бы вверх, это то, что последнее осталось на вот этом вот ползунке. Все, короче, разобрались. Так он возвращается откуда-то. Вот, жук. Нам нужно прошмыгнуть. Куда он, интересно, ходит? Мне интересен его... А, кстати, я видел, как эту мышку мы сейчас будем устранять на видосе трейлера, но я не буду вам говорить. Блин, там еще один. Где он? Блин, стрёмыч. Может, он нас не увидит, если мы вот так пойдем? Видимо, нет. Я думаю, вообще оттуда не уходит, потому что типа его... Второй где-то ходит там рядом, а вон он наверху ходит, смотрите. Я думал, лучше подождать, пока он туда пойдет. Мы сейчас ее спихнем нахер. Ку-ку. Ага, здесь ключа у нас нету. А это что такое? Это какая-то раздолбанная клетка. А, бутылка. Блин, может у него есть там ключ, я не знаю, где-нибудь. А, вот, нашел. Silent Door. Тихая дверь какая-то. Чё? Кто? Кто? Блядь! Открывай, балда! Ай, блядь, сейчас он нас херачит. Пошел нахуй. Медлительный. Открывай, дурак! Да у меня же есть ключ-то, ты что, издеваешься? Может, другая дверь-то? Блин, он этот... Фак, быстрее, 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 быстрее. Кстати, жизнь это еще и стамина, да? Не поймаешь. Или все, или кобзда. Нет. Вот скотина. Так у нас же, блин, ключ-то был вроде, нет? Или мы с него не взяли ключ, а что тогда делать? Так вот же. Silent Door Key. The key to the Silent Door. А что за Silent Door? Если там, где спал этот, может быть, все-таки это вроде тут наверху написано Silent. Да, ну это был этот напряженный момент такой был. Маленькими шажками. Как в одном фильме говорил Билл Мюррей. Вон там стоит опять. Я думал, он надолго там будет валяться. В итоге никто не оказал. Мне кажется, возможно, просто времени не хватило бы открыть, потому что он за ним гонялся постоянно. Тихо. Вторая мышь ходит, создает нам такую звуковую прикрытие.
Ну, это разве не просто дор, да? А может там нужно именно в ту... А он, наверное, нужно в ту, под, при которой он стоит, вот что. Так, тогда делаем такой финт ушами. Берем вот эту тему. Я ему пофигу. Так, тихо, давайте сначала, может быть, обыщем бочки. Пусто. Ну, что у меня в руках фонарик? Так давай убери его нафиг лучше. Есть. Расчивайте. Фух. Тихо. Отлично, прошмыгнули, короче. Так как далеко он уходит? Ну, он тут только наверху стоит, да? Блин, говно. Нет. Ах, да, черт. Нет. Блин, мне сейчас будет кобзда, походу. Кой не пускает меня. Нет, скотина, отвали. Бежим. Успел. Там тоже подошли два. Три. Есть, сколько у вас здесь. Ну хватит уже, успокойтесь, блин. Ой, не то нажал. Так, надо нам пожрать что-нибудь. А это что такое? Книга костюмов. Так это только она из двух этих шести стоит, все. Ну пока, видимо, да, потом будет она как-то пополняться. Так, чего нам пожрать? Давайте пожрем этих грибочков, короче. Вот так вот. Ну хватит уже там, блин, этот шухером водить. Уже все успокоились там. Это было напряженно. Хорошо, что они такие неповоротливые достаточно. Так, где он? Так, это мы выполняем так фонарик этой штуки. Какая-то табуретка здесь. Ну, успокойтесь же, господи. Ключ, яблоко. Что такое чамбер пита? Зашел у них это что? Сральник что ли? Что мы такое нашли?
Так. Книга песен. Maiden Wooden Sing. А, дама не хочет петь. История о менестреле и даме. Imprisoned. Запертый жестоким бароном за отказ от представления, получается. Refusing performance, короче. Это вот то, что мы нашли. Это то, что мы тоже там нашли. Это какая-то новелла. Я не буду все читать. И к тому надо, вот на паузе нажмите и почитайте. Слишком много текста. И... Да блин, вы запарили, вы куда-нибудь уйдете, нет? Ну вот нам похоже сюда, да? Погодите, кого же этот? А-а-а, сука! Да их тут пипец сколько. Уй, да, детка. Надо бегло обратно туда какое-то. Ну, на стоп бы спалил бы опять. Ну, ладно уж. Погодите-ка, где мы? А, понял. Окей. Он там так и стоит, да? А ключ-то у нас есть? Он был сохраниться после этого, ну ладно. Нет, у нас ключа нет, значит нам нужно... А, вон бочка стоит, вероятно. Так, ну окей, я понял. То мы сейчас знаем, что делать, мы сейчас быстро его оглушим. Получается, ключ мы там найдем только вот от... Наверное, вот это как раз... Вот от этой двери мы ключ-то найдем, или от какой? Не знаю, посмотрим, короче. Скоро узнаем. А, я думал, начал обыщет. Такой типа. Ну, черт, его нельзя. Надо его обойти. Обойди его быстрее. Уходи за 100 морей. Все нормально. Так, сейчас мы сохранимся. Ах ты. Твою мать, нельзя сохраниться, бывает, тут ходит товарищ. Тут очнулся товарищ. Такой типа, все нормально, все в порядке. Просто несчастный случай на работе. А вы видели те крысы, которые прибежали? Они были даже в шлемах. Эти без шлемов, а те в шлемах были. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Ай, а, успел. Фух. Так, все, тут пока можно полутаться нормально. Возьму у них зернышек. Там какая-то книга. А, ну вот, кстати, книгу сейчас мы заберем. Там, по-моему, кузнец за стеной, я слышу его этот. Так. Угу. Еще, кстати, какой-то... А, ключ мы этот, я не помню, собирали, нет? По-моему, не собирали. Так. Министрель.
Нет, или собирали, хрен его знает. Или вот тут что-то новенькое нашли. Нет. Полет министрина. Что-то новенькое, потому что на, та другая лежит на кровати. Jailmaster Key. Бутылка опять с чем-то. Так, а что, можно тушить эти? Смотри, тут сверху как будто... А, это удочка, ё-моё. Думаю, что это такое? Это удочка. Причем поплавок из пробки сделан. Прикольно. Яблочко. А карту, наверное, тоже можно будет взять, да? Нашли серебряный какой-то ключ. Так, он возвращается. Так. Вот эту книгу мы как раз нашли. Спать он пока не хочет. Так, походим по столу. О, мы нашли карту. Отлично. Там, похоже, была лягушка, да, все верно. Сходится, по крайней мере. Типа сводка о заключенных. Уильям Стаут. 5 дней в тюрьме за то, что украл пирог. 12 апреля. Также в этот день известный пират Отто Пауэркет. Экзекьюшн. Экзекуция какая-то, в общем, на него. Тут написано про, по его душу. Пайрет. Так, а мы читали. В общем, по крайней мере, инфы про нашу жену тут нету. О, сырок. Правда, немножко плесневелый. Еще какая-то книжка. Фига тут камбала наверху висит. Кто-то заловил, походу, из этих. Не знаю, стоит ли чекать ту дверь, которую мы... Мы нашли же много ключей. Помните, дверь одна была там, где была та мышь, на которой мы уронили этот бочонок, да? Че это такое? Это еще какое-то... Ну, видите, роман Рекс Пек. Ну, блин, читать это все, конечно, мне кажется, не стоит. Так, а это что такое? А, Jail Map, это понятно. Купер Пайп. Сумма. Это, в общем, что-то такая-то закупка тут, да? Жопу такой почесал. Короче, мне кажется, было дело так. Барон тут был, скорее всего, крысиной. И она не захотела петь, потому что, типа, они тут везде всем верховодят. И, в общем-то, вот такие вот дела, мне кажется, были. Так, сохраниться можно? Ну, сейчас мы сохраним все это, я вам обещаю. Не-не. Не то случайно выбрал. Нет. Так, вот тут давайте новый. Так, давайте, может быть, посмотрим, что там за дверью, и на этом будем заканчивать. А, так он туда даже не доходит, наверное, да, тут крыса-то? Похоже на то. Ух, свобода, ё-моё. Так это хороший, смотрите. Хороший крыс. Кузнец. Вау.
Больно. Такие, такие нездоровые, офигеть, смотрите. И смотрит такое на него. Так, о, ну мы тут себе немножко зернышек возьмем, ладно, нам нужно очень. О, вау, можно типа как стража ходить, смотрите-ка. Блин, в общем, тут можно прикольно всякие разные сеты набирать. Мы знаем пока что сет министреля, сет пирата и сет, короче говоря, стражи. С ними, я думаю, мы поговорим уже в следующей серии. Давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, также вступайте в ВКонтакте. Я с вами прощаюсь, с вами был Макс Гюнтер, всем пока.